Роспотребнадзор рекомендовал отменить все ковидные ограничения, кроме масочного режима и усиленной дезинфекции. Ведомство обновило методические рекомендации по профилактике коронавируса из-за значительного снижения заболеваемости, сообщает ТАСС. Сотрудники МЧС провели со школьниками и студентами Первоуральска профилактические беседы. Детям и подросткам напомнили о безопасном поведении на льду, о соблюдении правил пожарной безопасности, а также рассказали, как устроена спецтехника. Мероприятие приурочили к Всемирному дню гражданской обороны. В Минздраве рассказали, как правильно есть блины на масленицу. Самое главное – не переедать, чтобы не нанести организму вред. Лучше всего есть блины утром и ограничиться 2-3 штуками. К выпечке обязательно нужно добавить белки – творог, слабосоленую рыбу, сыр, фрукты и орехи. Сегодня Международный день спички. Первые спички в мире появились в 1805 году, в России – в 1830. Существует около 100 видов спичек. Стандартная деревянная палочка сгорает за 20 секунд. Спички сегодня – один из самых дешевых товаров. Раньше коробок спичек часто можно было получить на сдачу.